Так, очень часто бывает, что либо откинулась ручка, и она дальше не поворачивается, она в таком положении блокируется. Вот, что в этом случае можно сделать? Это что касается фурнитуры сидения. Сейчас я попробую показать. У нее вот здесь вот есть, вот он, блокиратор ошибочного открывания. То есть, иногда получается так, что она слетает, и ножницы вот сюда заходят. И этот блокиратор не нажат. То есть, что вам в таком случае надо сделать? Откинуть ручку. То есть, она у вас откинута и не поворачивается дальше. Вот, вот у меня сейчас так же получается. Вам надо откинуть. В откинутом состоянии рукой нащупать вот эту кнопку. Она может быть выглядит вот как лепесток или как такая железячка, с пружинкой торчит. Вот такая острая шишечка. Вот ее надо нажать. То есть нажать. В это время перевести ручку. Вот у меня сейчас она нажата, и ручку в это время можно спокойно крутить во все стороны. То есть нам сейчас надо в открытое положение ее. Все, мы створку открываем. Но мы ее открыли вот в таком положении. Она висит на одной петле. У нас здесь откинута и здесь открыта. Нам опять надо ее нажать. Теперь ручку обратно поворачиваем в откидное. Створку поджимаем к петле. И теперь ручка будет все. Вот таким образом можно выйти из такого положения.